Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Ольга Панова. С приходом зимы обострились коммунальные конфликты, разборки между поставщиками, производителями и потребителями иной раз переходят в ультимативную форму. Виной всему российская привычка копить долги. Сегодня скандал разгорелся вокруг столичной ТЭЦ-2. 854 жилых дома, 67 детских садов, 24 больницы и 44 школы. Все эти объекты получали тепло и горячую воду от ТЭЦ-2. Однако теперь поставка этих жизненно важных ресурсов оказалась под угрозой. Дело в том, что эта теплоэлектроцентраль относится к чувашскому филиалу компании ТГК-5, которая, в свою очередь, задолжала водоканалу более 2 десятка миллионов рублей. 16 января около половины долга погасили. Однако водоканал все равно прислал уведомление. Если долги не выплатят, в полном объеме ограничат прием сточных вод от ТЭЦ-2. Станция – это объект по производству тепловой электрической энергии. Соответственно, мы производим химически очищенную химобессоленную воду, которая нужна для подпитки котлов, производящих пары. Соответственно, уже там пар, который идет в турбины для производства электроэнергии и тепла. Поэтому у нас при производстве воды, соответственно, есть истоки, на которые вот сейчас у нас водоканал хочет ограничить прием этих стоков. Соответственно, мы будем вынуждены сокращать свое производство. Первый шаг – это, конечно, горячая вода. Если дальше будет этот процесс продолжаться, то следующим этапом будет уже сокращение по всем объектам производства. Это и тепло, и электроэнергия. Чтобы не допустить подобных последствий, сегодня ТГК-5 нашла еще около 4,5 миллионов рублей на погашение долга. Пришлось пожертвовать средствами, отложенными на ремонтную программу. В компании сообщили, платеж уже в банке. Если деньги дойдут вовремя, то горячая вода в домах пока останется. Впрочем, на водоканале заявляют, даже если бы долг не погасили, то руководство никогда бы не пошло на то, чтобы оставить без тепла и горячей воды жителей. Я вам официально заявляю, как руководитель предприятия, что это не повлияло бы на технологический процесс приготовления горячей воды и процесс влияния на отопление. Это повлияло бы на бытовые условия работников ТГК, где прием стоков от хозбытового, от столовой, да, и где бытовые условия. Мы не закрывали бы основной процесс. Ну, мы понимаем технологический процесс и важность этого вопроса. Но все должны понимать, что ТГК должно платить. Мы свои обязательства со своей стороны выполняем. Но у нас такие же ограничения вводятся энергосбыт. Они себя выставили красивыми белыми пушистыми, а мы как будто здесь сидим монстры, да, просто монополия. В конечном итоге деньги, которые ТГК отправил сегодня, дошли. Вопрос снят. Правда, временно. Если компания вновь накопит двухмесячную задолженность, ситуация, вероятно, повторится. Так или иначе, сложилась подобная ситуация по вине злостных неплательщиков. По данным, на 1 января 2014 года задолженность потребителей за тепло перед ТГК-5 составила более 800 миллионов рублей. Сумма по чебоксарским должникам составляет более 0,5 миллиарда рублей. ТГК-5 уже обратилась за помощью к правительству республики. Кроме того, письма направлены в прокуратуру Калининского района и администрацию города, сообщается на сайте компании. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Если в Чебоксарах отключение тепла и отсутствие горячей воды – явление экстраординарное, то в Шумерле все лето живут без горячего водоснабжения. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, чехарда с главами муниципалитета не исправляют ситуацию. Сегодня в Шумерле прошли новые выборы. Конкурсная комиссия слушала программы кандидатов, которые обещали исправить ситуацию. На должность главы администрации Шумерле претендовали 3 кандидата. Депутат Государственного совета Чувашии Леонид Лукин, управделами администрации Шумерлинского района Владимир Казаков и заместитель руководителя межмуниципального отдела МВД, полковник полиции Любовь Дмитриева. После рассмотрения всех программ кандидатов конкурсная комиссия признала победителем Любовь Дмитриеву. Сегодня же ее представили депутатам. В составе тех, кто выбирал городского главу, почетный гражданин Шумерле, сотрудники администрации города, депутаты городского собрания из Госсовета Чувашии, а также жители города. Муниципалитеты подводят итоги 2013 года. Сегодня перед главой Чувашии отчитались власти Урмарского района. Развивается строительная отрасль, сфера торговли. Налогов здесь собрали больше, чем в 2012. Однако и проблем достаточно. На что глава региона посоветовал сделать ставку, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. В местной администрации не скрывают, прошедший год был непростым. В районе собрали недостаточное количество зерна, но в то же время вновь начали выращивать хмель. Хотя пустующих земель еще много. Хозяева у них должны появиться уже в этом году, отметил Михаил Игнатьев. Вычисли отстающих. Вот я честно скажу, надо оформлять. Когда нет собственника, нет ответственности. Вот это всегда так было и будет. С этими безобразиями надо завершать.
Недостаточно активно в районе развивается и малое предпринимательство. В прошлом году в Урмарах не открылось ни одного нового производства, а количество ИП и вовсе сократилось. Местную экономику спасают уже действующие заводы. На одном из них выпускают поливочные шланги. Продукция пользуется спросом. За ней приезжают покупатели не только из других районов, но и Москвы. Сейчас на заводе работают 4 конвейера, но в ближайшее время производственные площади планируют расширить. Местные власти дают предприятию зеленый свет. Но в программе на перспективу есть и другие пункты. Количество рабочих мест в районе хотят увеличить еще на 200. Власти муниципалитета надеются на приход новых инвесторов и перспективные проекты. Сегодня структура экономики субъектов малого и среднего бизнеса она достаточно сбалансирована в районе. Нет приварения того или иного вида деятельности. И мало предпринимателей охватывает практически все отрасли экономики. Это и промышленная продукция, вот еще раз, 23% сельхозпродукции, производство сельхозпродукции, 28% рожной и оптовой торговли, 26% услуги, строительство и так далее. Ну, то есть я говорю, она достаточно, район достаточно сбалансирован по видам деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Местная строительная компания обеспечена заказами надолго. Только в прошлом году в районе было возведено более 20 тысяч квадратных метров жилья. В конце декабря в поселке Новоселье отметили 30 семей. Дети-сироты, переселенцы из бараков. Начали осваивать свои участки и многодетные семьи. Необходимые документы у них на руках. Кто-то уже приступил к строительству дома. Кто-то кредит оформляет, вот получается так. И пока вот все надеялись, которые получили в основном в этом году, надеялись осенью начать закладывать фундаменты, а вот затяжная вот эта погода, она не позволила им. Сокращаются в районе и очереди в детские сады. В прошлом году в Урмарах начали строительство нового дошкольного учреждения. Подрядчики планировали завершить работы в ноябре, но глава республики потребовал ускориться. Двери садика должны распахнуться уже в сентябре. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Острые респираторные вирусные заболевания атакуют Чувашию. В республике заговорили, что идет волна эпидемии. По данным Роспотребнадзора, количество чихающих и кашляющих, которым поставили диагноз ОРВИ, на прошлой неделе перевалило за 5000. При этом почти 74% – это дети. По сравнению с позапрошлой неделей, заболеваемость выросла на 86%. Однако специалисты отмечают, никакой особой волны эпидемии нет. Уровень заболеваемости просто восстанавливается до праздничных значений. Новогодние каникулы были, люди как бы перестали болеть. Обращаться в больницу, отлеживались. Статистика была соответствующая, которая, ну, как бы люди не обращались. Тем более, что и больницы не работали. На этой неделе будет, еще будет расти заболеваемость, и она будет уже соответствовать там среднему уровню, который должен быть на этом, в соответствии с климатическими условиями. Иными словами, ничего особенного не происходит. Для нынешних погодных условий ситуация вполне нормальная. Но эпидемии гриппа в республике нет, и по данным ведомства ничего ее пока не предвещает. Наша съемочная группа побывала на Олимпиаде. В Чувашском государственном педагогическом университете в эти дни мерятся знаниями по физике школьники со всей республики. Это вовсе не урок труда. У данного картофеля более высокая миссия, нежели оказаться на сковородке. Над ним ставят настоящие научные эксперименты. Второй тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников так и называется – экспериментальный. Здесь ученики, которые уже проявили себя в своих учебных заведениях. У сегодняшних победителей впереди Россия. В прошлом году юных физиков со всей страны на заключительный этап собирали во Владивостоке. Мы далеко не отошли от школьной программы. То есть изучаем те же законы физики, которые мы в школе проходили. Правда, есть, конечно, межпредметные связи, где необходимы знания и как по химии, и по математике. Расчеты надо делать. И, конечно, в экспериментальном туре особенно необходимо свои руки иметь. То есть проводить опыт на должном уровне с применением всех хитростей и особенно посчитать, какая эта величина получилась и с какой точностью мы определили эту величину. Помимо путевки на всероссийский тур, победители получают и существенный бонус при поступлении. Победа на региональном этапе приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по соответствующему предмету. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.
главной причиной всех ДТП. Многие эксперты называют безответственность. Ситуацию на дорогах сегодня обсуждали в ГИБДД Почувашии, подводя итоги минувшего года. О том, стали ли дороги безопаснее, а также о наиболее резонансных делах, рассказал начальник госавтоинспекции. Подробнее Ольга Григорьева. Количество ДТП снизилось, число погибших и раненых сократилось, а ДТП с тяжкими последствиями уменьшилось. В начале встречи Владимир Романов рассказывает, каким выдался прошлый год. До идеального порядка на дорогах все еще далеко. По данным госавтоинспекции, в минувшем году произошло более 2000 ДТП. Свыше 250 человек погибли, еще более 2600 ранены. В дорожно-транспортных происшествиях, как правило, виноваты водители в 88% случаев. Вина пешеходов почти 18%. А еще плохое состояние улиц и дорог – 17%. Законодательство ужесточается, но проблемы, к примеру, пьянство за рулем, это не искореняет, констатируют в ГИБДД. Нетрезвых меньше не стало. Меньше не стало в этом направлении. Наверное, законодательство не предусматривает, в будущем, наверное, или уголовное ответственность будет рассматривать, или все-таки ужесточение в отношении таких лиц, которые управляют в нетрезвом состоянии, может и конфискация транспортных средств. Зачастую скорость авто не соответствует конкретным дорожным условиям. Водители не соблюдают очередность проезда перекрестков. Нередко выезжают на полосу встречного движения, а еще превышают скорость. В республике стало больше ДТП с участием детей пешеходов. Неправильно переходили дорогу. Понятно, что за парты в таких случаях в первую очередь было бы верным усадить родителей. Что и говорить, если по-прежнему детей перевозят в автомобилях без удерживающих устройств и специальных кресел. Мы изучили опыт других регионов. Сейчас изучаем опыт Свердловской области. Хотим подключить сюда руководителей и представителей по правам человека и также по правам ребенка. Я думаю, в этом направлении, в новом году, в направлении деятельности у нас будет положительный тоже опыт. Без внимания сегодня не остаются резонансные дела. Интернет-пользователи интересуются правонарушением, которое совершил водитель Audi 4 в прошлом декабре в Чебоксарах. Якобы участником этого происшествия был родственник одного из высокопоставленных чиновников столицы. Данный материал расследует инспекторами по розыску отдельного батальона МВД. После задержания, то есть когда преследовали данную автомашину, да, произошло, значит, как вы говорите, мелкий дорожный транспорт с механическим повреждением. После преследования задержали двух, значит, как сказать, участников в этой машине. Другие скрылись. Ну, сегодня назначено административное расследование. Срок заканчивается 16 февраля. Только после расследования можно будет вернуться к деталям дела, что пообещали сделать в ГИБДД. Но решение, конечно, будет выносить ФИМИДА. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. С 1 января в Чувашии заработал спецприемник для иностранных граждан. На сегодня там содержится 3 человека. О проделанной работе с мигрантами рассказал сегодня сотрудник Управления Федеральной миграционной службы. Более 11 тысяч иностранных граждан зарегистрированы в Чувашии. Это 0,85% от всего населения республики. По сравнению с соседними регионами это немного. Так, например, в Татарстане иностранцы составляют почти 2%, в Нижегородской области – 4,5%. На территории Чувашской республики находится не объективно, объективно необходимое на данный момент количество иностранных граждан, которые определенным образом социально адаптированы, которые не вызывают социальной напряженности в регионе. И все это определенным образом заслуга сотрудников личного состава управления. Точное количество нелегальных мигрантов, естественно, никто не назовет. Я уже допускал, что ориентировочно, ну, наверное, не более 10% нелегальных мигрантов находится от общей численности зарегистрированных здесь мигрантов. В 2013 году сократилось число нелегально работающих иностранцев. 176 человек отправили обратно. Одно из резонансных выдворений произошло в октябре прошлого года. Жители Шри-Ланки, Индии и Таджикистана вели незаконную торговлю в МТВ-центре. В итоге более 40 человек отправились на родину. Взаимодействие с силовыми подразделениями, местной администрацией, рассмотрение заявлений граждан, рейды, отработка мест скопления иностранцев и мест их проживания – это наиболее эффективные методы работы с иностранными гражданами, подчеркнул на совещании начальник миграционной службы.
Руны древних сувара-булгар стали эмблемой года культуры в Чувашии. Конкурсная комиссия из 15 вариантов выбрала эскиз жителя Красноармейского района Александра Казакова. Александр Казаков по профессии художник, закончил Чебоксарское художественное училище. С тех пор занимается любимым делом. Пишет картины, оформляет сцену родного дома культуры к праздникам, создает иллюстрации к произведениям чувашских писателей. Но в подобном республиканском конкурсе участие принимает впервые. С автором эмблемы познакомились мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Спиридонов. Александр Казаков признается, работать пришлось быстро, сроки были сжатые, всего 2 недели. Показать самобытность национальной культуры и традиции чувашского народа в одной эмблеме – задача не из легких. Пришлось изучить специальную литературу, общаться со специалистами. Хоровод из чувашских узоров не выходил из головы художника ни днем, ни ночью. Прежде чем выстроить узор именно в таком порядке, Александр Казаков набросал десятки эскизов. В итоге на конкурс мастер кисти отправил 3 свои работы. Вот эти все линии. Вот это путь народа, и вот тут таких спиралеобразных 2, вот это идущий вверх, он символизирует будущее, скажем, культуры, будущее, да, будущее народа, культуры, а вот который вниз, такой же, вот это, ну, не забывая о прошлом. Самый центральный элемент тут, вот эти собранные из треугольников, она в чувашском монументе символизирует вот этот, у нас тут имеется чувашская земля. Желтая, вот это родной дом, треугольник. А вот ниже, вот эти 3 треугольника, они вместе вот так собраны, 3 треугольника, они означают, есть верховые чуваши, средние и низовые, вот, под общей крышей в одном доме. А солнце, конечно, вот это у нас элемент чувашского орнамента, оно всегда, как сказать, богатство означало. Именно это самая первая работа Александра приглянулась комиссии больше всего. Хотя автор ставку делал на последнюю, самую яркую и насыщенную. Чувашский орнамент Александр Казаков любит с детства. Часто используют его элементы в оформлении сцены Дома культуры. Ни один районный праздник не обходится без его декораций. В Красноармейском районе имя Александра Казакова на слуху, поэтому его победу в конкурсе каждый сельчанин воспринял как свою собственную. Когда нам сказали, что Александр Анатольевич победил своими эмблемами, мы очень гордились, очень рады были, даже своими эмоциями, не знай, до того мы рады, что он у нас такой человек. Теперь эта эмблема появится не только на фасаде информационно-культурного центра Красноармейского района, но и по всей республике. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Несколько лет назад постоянную прописку получил Урмарский краеведческий музей. Сегодня с его работой ознакомился глава республики. В год культуры здесь намерены открыть новые экспозиции. Фонды музея огромны. Здесь собрано более 5500 экспонатов. В выставочных залах вся история Урмарского района. Эту мебель когда-то производили на поселковой фабрике, которую основали предприниматели Курбатов и Белюкович. За товарами сюда приезжали гости из разных регионов России. Отдельная экспозиция посвящена еще одному предприятию – швейной фабрике. Собрали в музей и материалы об известных земляках. Картины народных художников, рассказы писателей, форма и награды героев Великой Отечественной войны. В собственном здании музей обосновался только 4 года назад. Раньше экспозиции размещались в помещениях школы, дома пионеров и даже магазина. Теперь в залах стало просторнее. В ближайшее время здесь планируют создать и этнографический двор. В нем будут выставлять предметы из быта сельских жителей. Глава республики эту идею одобрил. Напомню, что в год культуры в Чувашии запланировано проведение множества разнообразных мероприятий. Жители республики смогут стать зрителями международного балетного и оперного фестивалей, традиционного кинофорума, фестиваля мордовского народного творчества, всероссийских фестивалей народного творчества «Родники России», традиционной культуры тюркского мира «Урмай-Залида», «Звучи российская глубинка», фестиваль детского фольклора «Перепелочка», всероссийских конкурсов мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь. Мастера». На день рождения принято дарить подарки. Отмечают этот праздник не только люди. 12 февраля Чувашскому национальному музею исполнится 93 года. Уже сейчас объявлена акция «Дар музею». Каждый житель Чувашии может сделать подарок учреждению.
Аммонит – головоногий моллюск, сувенир «Сарманское золото» из филипповских курганов, сувенир 7-го Всероссийского форума здоровья нации – это подарки Национальному музею от главы республики Михаила Игнатьева. Подарить музею можно предметы, связанные с историей и культурой Чувашии. Традиция получать подарки в музее зародилась еще в 1998 году. С глубокой благодарностью принимаем все то, что нам приносят люди. А приносят самые различные, самые разнообразные предметы. Это и сувениры, это и книги, фотографии, документы ценные, награды, предметы быта. Любому предмету мы очень рады. И вот 16 раз мы уже проводили такой праздник, день рождения музея. И вот за 16 дней мы получили около 10 тысяч музейных предметов. Сувенир, выполненный из последней советской ракеты, которая была уничтожена в Капустном Яру в 1991 году. Единственная капелька нефти в Чувашии. Все эти предметы уже нашли свое место в Национальном музее и стали народным достоянием. Так подарок каждого жителя Чувашии может украсить музей. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. По древним обычаям в эти дни проходят святочные игры. Они начинались в крещении и заканчивались в день зимнего солнцестояния, 21 января. В это время на Руси пели колядки. Это, конечно, больше язычество, но церковь попыталась ассимилировать эти обряды, придав им характер прославления Христа. Сейчас многие и не знают, как колядовать. Но в Лапсарах народную традицию продолжают уже почти 20 лет. Вместе с ряжеными по улицам прошлась и наша съемочная группа. Чтобы они были богаты, здоровы. Где крупа? Сотни лапках, поле зерна. Вот так в масках и костюмах, чтобы не узнали, с подарками, песнями и прибаутками гуляют ряженые по поселку. Кто-то охотно вступает в игру, а кто-то убегает. Здоровья хочешь, счастья хочешь? Давай, ныряем вместе с тобой, ныряем с Машей. Пропагандируют народные традиции в Лапсарской школе искусств. Уже около 20 лет ученики и преподаватели в святочную неделю переодеваются и желают прохожим счастья, добра и богатства. Традиция какая-то, то есть люди ее воспринимают очень хорошо, людям это нравится, каждый желает получить добро, счастье в свой дом. Ну и проводится, в общем-то, с каким-то интересом, то есть какой-то загадкой. Уверенностью в будущее, в праздник, что сказка существует, праздник есть. Хоть смысл обряда колядования многие уже и не знают, но равнодушным мало кто остается. Одно из постоянных мест, куда приходят ряженые – хоспис Центральной городской больницы. Доля добра в поле зерна! Разбрасывание риса – одна из традиций колядок. Это должно принести достаток в дом, а еще никто не может отказать колядовальникам. Ведь никто не хочет будущий год прожить хуже, чем предыдущий. Татьяна Молокова, Светлана Аликимова, Николай Яковлев, Республика. Новогодние праздники прошли, а зимняя сказка для детей только началась. Сотрудники Государственного архива электронной и кинодокументации организовали благотворительные кинопоказы для ребят из социально незащищенных семей. Вместе с учениками Чебоксарской школы номер 49 рождественские фильмы посмотрела и наша съемочная группа. На протяжении 10 лет дети из малоимущих семей получают дополнительный новогодний подарок – просмотр интересных фильмов и общение с любимыми актерами и режиссерами. Вниманию зрителей мы предоставляем зимние сказки, рождественские сказки. В частности, вот закупили новый фильм «Страна хороших деточек», который с интересом смотрится с детьми и взрослыми. Нам очень приятно, что интерес к этой акции год за годом растет. Кроме зрелища, ребята получили сладкие подарки. Так детей порадовала администрация Ленинского района столицы. Польза, несомненно, большая. У нас по проектной технологии запланировано посещение один раз в четверть. Культурное посещение театра, кинотеатра, просмотры, спектакли.
Зимняя сказка для детей продлится до 31 января. Коллективные заявки принимаются по телефону 52 15 36. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра.